4 июля 1619 года состоялась интронизация митрополита Филарета в звание патриарха московского. Провел ее находившийся в то время в Москве иерусалимский патриарх Феофан III. Филарет был отцом избранного Земским собором царя Михаила Романова. Он уже исполнял обязанности патриарха при Лжедмитрии II в Тушино, но отказался от сана после бегства тушинского вора. В 1611 году он под Смоленском был взят поляками в плен и провел в нем 8 лет. После избрания Михаила царем, патриарха решили не избирать, надеясь на скорое возвращение Филарета. Этот период называется межпатриаршество, когда церковь возглавляли митрополиты, блестители престола. По возвращению из польского плена Филарет сразу же был избран патриархом. Будучи отцом царя, он до конца жизни официально являлся соправителем и фактически руководил московской политикой. Он носил титул «Великий государь, святейший патриарх» Филарет Никитич.